Абсолютно, это ничего, кроме того, как Ксения Собчак в костюме священнослужителя. Вот и все. Этот костюм можно пойти и купить в любом магазине, имеется в виду, ну, при церковном магазине, церковных принадлежностей, так сказать, это может купить абсолютно любой человек. Не знаю, мы на карнавал одеваемся и чертями, и, я не знаю, и фотографируются на Красной площади с Брежневыми, с артистами, там, с Ленинами и так далее. Я в этом ничего такого абсолютно не вижу. Она просто в костюме. Это просто тряпки, это просто одежда, которую можно купить в магазине.